масштабами организаций, которые годами занимаются таким бизнесом. А, кстати, если отмотать нашу историю на несколько десятилетий назад, то по какому принципу тогда пригоняли автомобили? Это тоже было как-то под заказ, с предоплатой? Или пригоняли то, что пригонялось, а уже выбирали из того, что есть? Были разные варианты, конечно, часть перегонщиков пригоняли машину по заказу своим клиентам, их друзьям, то есть они работали по рекомендации, они выбирали те машины, которые им заказывали покупатели здесь. Есть люди, которые были люди, которые работали не под конкретных клиентов, а просто понимали, они знали конъюнктуру рынка, они знали спрос, они знали, какие машины больше пользуются спросом на рынке, и какую проще продать, ведь чем быстрее машина будет продана, тем быстрее он отправится за новой партией и тем быстрее вернется. Поэтому здесь как бы две таких основных схемы. Это работа под конкретного покупателя и работа уже просто на рынок, зная, какой там есть спрос.